Поскольку, ну, не было у нас этого, не было этого льда, и совсем непонятно, куда же мы делимся. Мэр города, когда я пытался сказать, давай мы город не участвовать, сказал, нет, мы не в случае должны участвовать. Вы можете смеяться, но я даже Хамису Антарабея попросил, чтобы они встали на лед. Было три команды. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, уважаемые дорогие, я очень рад вас видеть на армянской земле. Хочу поблагодарить за прекрасный, теплый, радушный прием, который нас здесь встретили. Этот турнир открывает грандиозные возможности для сотрудничества и для развития хоккея в Армении. Я уверен. Прошу всех встать, звучит государственный гимн Российской Федерации.